А началось заседание Кабмина с минуты молчания. Премьер Владимир Гройсман вместе с министрами почтили память погибших во время депортации 1944 года крымских татар. Глава правительства назвал это геноцидом и отметил, что подобное происходит в Крыму и сейчас. На оккупированном полуострове ущемляются свободы и права крымско-татарского народа. Люди сегодня полишены права, крымские татары в Крыму, на свою культуру, свободу. Все те, що пов'язано з цим народом, утискається. Людей кидають у в'язниці. 21 століття. Ще зовсім недавно ніхто не міг собі уявити, що це може стати реальністю.